Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на нашу крышу, которую мы делаем в Одинцовском районе Московской области, в поселке Назарево. Здесь мы делаем вальмовую крышу, полный цикл, конечное финишное покрытие у нас будет гибкая черепица. Сейчас мы находимся на стадии монтажа стропильной системы. Если камеру перевернуть... Здесь вот небольшой участок уже сделан, здесь вы видите мурлат. Дальше у нас идут диагональные такие реберные стропила, которые мы делаем из ЛВЛ бруса. По-моему, у него сечение 240 на 75. Он длиной 7 метров у нас. У нас получается от точки опоры от конькового прогона до мурлата 6,5 метров. Дальше мы будем делать небольшое наращивание для того, чтобы у нас свесы получились примерно, вот если вот с этой стороны посмотреть, здесь вот у нас уже часть сделана, чтобы у нас свесы получились 90 сантиметров от стены. У нас здесь будет две, на этом доме, вернее, будет две отделки. Здесь вот у нас уже есть облицовочный кирпич, а дальше вот там вот, если пройти вперед, там, где у нас идет газобетон, здесь будет утепление 5 сантиметров и отделочный материал, фиброцементный сайдинг и драл. Как раз это тоже мы будем делать. Будем делать деревянную подсистему. И будем использовать профессиональный крепеж. Это в дальнейшем я вам тоже буду показывать. Давайте зайдем в дом. Здесь вот у нас идет двойной ЛВЛ брус, это проектировщик просчитал, для того, чтобы у нас конструкция получилась более усиленная. То есть у нас получается в общей сложности здесь 6 ЛВЛ брусов, вот эти вот два, и где у нас идет реберная стропилина, соответственно, там тоже идет ЛВЛ брус. Здесь у нас 200 на 50 ЛВЛ брус, реберный ЛВЛ брус, как я вам уже сказал, это 245 на 75. Вот такая вот у нас вальмовая крыша. Везде у нас используется сухой строганный пиломатериал и ЛВЛ брус. Крепим мы всю конструкцию на конструкционные саморезы. Закарабкался я наверх. Вот такая у нас пятка получается здесь вот. Тут вот, как и в прошлом ролике я вам показывал, используем конструкционные саморезы. Которую закручиваем перпендикулярно вот этому углу 8 на 260. Везде у нас идут вот такие вот саморезы. Преимущество их какое конкретно? Когда мы будем вот здесь вот утеплять вот эту вот зону мурлата, у нас не будет здесь никаких уголков, и утепление получится более качественно, чем если бы у нас здесь были бы какие-нибудь проволоки, там уголки и так далее. То есть, во-первых, использование конструкционных саморезов, вот таких вот, которые у нас как вот здесь, это быстро и, ну, надежно, да, скажем так. И в дальнейшем, когда мы уже делаем другие работы, у нас получается, ну, вот эти места получатся более качественно утепленные. Дальше. Здесь вот мы, ну, делаем запил под стропилину, да, и закручиваем на три конструкционных самореза. Вот везде у нас. Длиной 10 сантиметров, ну или 100 миллиметров, толщиной 6 миллиметров. Вот у нас ЛВЛ брус со всеми маркировками здесь. Вот так вот у нас выглядит стропила. Сейчас вот ребята подготовили. Макс, где ты будешь пилить? Ну, закручивай. Давай я вот сюда встану, вот здесь вот. Покажем, как мы закручиваем. Дальше у нас здесь вот есть метки, карандашом они очертили, ставят стропилину и тоже по меткам начинают закручивать ударным шуруповертом. Короче, закарабкался я. В другую сторону. Здесь у нас тоже, вот видите, ЛВЛ брус идет.
Вот здесь вот обратите внимание, у нас идут специально такие запилы. Здесь пойдет такой прогон, который будет формировать. Здесь вот будет такая мансардная комната. Вот, они будут упираться вот сюда, вот в LVL брус. Здесь будет вырезаться такая же пятка. И дальше у нас уже брус пойдет вот туда, такой прогон. Здесь вот будет, по-моему, кабинет. Будет два мансардных окна. Факра U4 78 на 118. Одно будет с этой стороны, одно будет с этой стороны. Еще будет третье мансардное окно. Это уже вот, ну, в той части, которую я вам уже показывал. Вот такая вот небольшая крыша у нас получается, 250 квадратных метров. Будем ее полностью утеплять толщиной утеплителя минеральной ваты 25 сантиметров. Это вальмовая крыша мансардная с тремя мансардными окнами. Мы практически уже здесь на стадии завершения монтажа стропильной системы. Я еще думаю, что несколько дней нам... Сколько, Макс, еще дней тебе, чтобы закрыть? Примерно 3-4 дня? В районе 3-4 дней, и стропильная система будет готова. Вот, потом будем монтировать уже непосредственно гидроизоляционную пленку, очень крутую, Delta Max. И очень хорошую гибкую черепицу, Deckit Dragon. Но это в дальнейших роликах я вам буду показывать. Вот, такой небольшой обзорчик, уже темнеет, поеду я домой. Вот, всем спасибо за внимание, всем пока.